14 десятиклассников четким шагом входят в актовый зал. Для них этот день станет главным в школьной жизни. Перед лицом руководства органов внутренних дел, учителей и родителей они принимают присягу на верность государству и народу, делают первый шаг на пути к профессии защищать родину. Все мы, ваши руководители, учителя, наставники, родители, рассчитываем на то, что избрали для себя столь нелегкую, но очень важную для общества профессию. Вы станете высококвалифицированными специалистами, всегда будете добросовестно и мужественно выполнять свой служебный долг. А торжественная клятва, произнесенная сегодня перед лицом своих товарищей, останется в ваших сердцах на всю жизнь, как великая нравственная заповедь. Самый торжественный момент – клятва, слова которой каждый из ребят вкладывает в свои сокровенные мечты и желания уже со школьной скамьи быть полезным обществу, родной школе, городу и стране. Приумножать славные боевые и трудовые традиции отцов и дедов родного Полесского края. Клянемся! Клянемся! Свои первые погоны ребята заслужили хорошей учебой, дисциплиной и своим активным отношением к происходящим в школе событиям. И с этой минуты стали полноправными учащимися группы правовой направленности. Сегодня такой торжественный день, потому что вы вступили действительно в ряды правоохранителей. Мы вам покажем много интересного. Директор покажет, учителя. Мы действительно возьмем вас под опеку, и быть правоохранителем, это не значит, что это служить в внутренних дел. У нас есть еще Следственный комитет, есть комитет судебных экспертиз, то есть вся система действительно мужественных людей, которые верны своему долгу. В поздравительных словах будущим правоохранителям звучат надежда и уверенность в том, что они достойно пополнят ряды тех, кто каждую минуту стоит на страже закона и готов его защищать. Те слова, которые вы сегодня озвучили, они, я видел, они были для каждого из вас важны, они шли от сердца. И вот эту клятву, которую вы дали в присутствии гостей, я уверен, что все будут соблюдать. Важно то, что вы стали на путь охраны закона, уважения к закону и любви к нашей Родине. Торжественно и строго прошел этот праздник. И каждый его участник осознал, что для него путь во взрослую жизнь начался именно здесь, именно с этой минуты. Теперь главное пройти его достойно. Для нас правовой класс довольно значимую роль играет. Это зависит от нашего будущего, то, как мы сейчас будем учиться, то, как мы будем получать этот опыт и будем определяться с будущей профессией, на которой мы будем всю жизнь работать и уважать своих коллег. Быть для меня учащейся правового класса – это очень сильно много чего значит, так как я могу достигать новых успехов, новые цели, и для меня это очень сильно важно. Я горд тем, что я в этом классе. Форма не просто форма. Она наделяет нам гордостью, как-то внедряет в жизнь вот это вот, и мы уже становимся уверенными в своем дальнейшем будущем. Многим эта форма значит, что они будут поступать в дальнейшем, связывать свою работу, будущее. Мы верим в этих ребят. Мы знаем, что, несмотря на молодость, они взяли на себя большую ответственность и обязательства, но им эта великая ноша по плечу. Я надеюсь, что эти погоны будут не последними в их жизни, и они действительно станут хорошими специалистами, юристами, правоохранителями. Мы уверены, что ребята, которые сегодня надели погоны, они будут защищать нашу Родину, Республику Беларусь, любить и, ну, в первую очередь представлять достойно нашу школу.